Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня будет курение с ребрами. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Руки, ноги, пляс, голова, голова вверх. Представь, что мы танцуем этот танец на траве. Во мне четыре колеса, но и картинка фонит. Это слишком, это бриллиант фоми. И мы сейчас кайфанем, как Петроса Фарсе. И мы сейчас кайфанем. Назло все. И нас не остановить, нас не переубедить. Вам от кайфа не спасет молитва, и вам обидно. Кайф чистый, как слеза, нет дороги назад. Я король балдежа, видишь, как они визжат. Свет, что зарять путь нам, здесь, что помогает идти. Вверх дай только туда, брат нам с тобой по пути. И это все неслыханно, третья степень балдежа нам с тобой дана. Нам помогает жить она, не тужить она, все пережить она. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Есть рецепт один простой, полуопиат. Ты куда идешь, постой, Соник Мармелад. Это были люди кардинала, и они забрали бы Руслана Гительмана. Только батя в здании смотрел, плотно подогрел стримами людей в стране. Что только не ел, на потеху сухари и склеем. Пиццу с анестетиком, все так великолепно, красочно, балдежно и расово верно. Море саргасово ему по колено, мистер поколения X. Твои возможности переросли на много лет мое измерение и выдали новый индекс балдежности. Новости города самой окраины области. В Черногорске никогда не будет большей гордости. Тут проще стать вейпером, чем вырубить скорости. Дома кайфовать со всякими вкусностями. И если ты любитель вкуса йода с мандарином, привези с высот Эльбруса меда, подари нам. У Руслана очень жесткий прайс, Мона Лиза, много важных дел, будто рай скандализа. Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня будет бутерброд, колбаса баранина, колбаса чайная, печенье светофор и белая черемуха. Будем мы курить бутерброд. Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня будет курение с ребрами. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Руки, ноги, пляс, голова, голова вверх. Представь, что мы танцуем этот танец на траве. Во мне четыре колеса, но и картинка фонит. Это слишком, это бриллиант фоми. И мы сейчас кайфанем, как Петроса Фарсе. И мы сейчас кайфанем. Назло все. И нас не остановить, нас не переубедить. Вам от кайфа не спасет молитва, и вам обидно. Кайф чистый, как слеза, нет дороги назад. Я король балдежа, видишь, как они визжат. Свет, что зарять путь нам, здесь, что помогает идти. Вверх дай только туда, брат нам с тобой по пути. И это все неслыханно, третья степень балдежа нам с тобой дана.
Нам помогает жить она, не тужить она, все пережить она. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Есть рецепт один простой, полуопиат. Ты куда идешь, постой, Соник Мармелад. Это были люди кардинала, и они забрали бы Руслана Гительмана. Только батя в здании смотрел, плотно подогрел стримами людей в стране, что только не ел. На потеху сухари с клеем, пиццу с анестетиком. Все так великолепно, красочно, балдежно и расово верно. Море Саргасова ему по колено. Мистер поколения X, твои возможности переросли на много лет мое измерение и выдали новый индекс балдежности. Новости города самой окраины области. В Черногорске никогда не будет большей гордости. Тут проще стать вейпером, чем вырубить скорости. Дома кайфовать со всякими вкусностями. И если ты любитель вкуса йода с мандарином, привези с высот Эльбруса меда, подари нам. У Руслана очень жесткий прайс. Мона Лиза, много важных дел, будто рай скандализа. Здравствуйте, всем привет, всем. Сегодня будет бутерброд, колбаса баранина, колбаса чайная, печенье светофор и белая черемуха. Будем мы курить бутерброд. Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Здравствуйте всем, привет всем. Сегодня будет курение с ребрами. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Руки, ноги, пляс, голова, голова вверх. Представь, что мы танцуем, это танец на траве. Во мне четыре колеса, но и картинка фонит. Это слишком, это бриллиант Фоми. И мы сейчас кайфанем, кайфанем, как Петросов Арсей. И мы сейчас кайфанем, кайфанем. Назло всем. Нас не остановить, нас не переубедить. Вам от кайфа не спасет молитва, и вам обидно. Кайф чистый, как слеза, нет дороги назад. Я король балдежа, видишь, как они визжат. Свет, что зарять путь нам, здесь, чтоб помогает идти. Вверх дай только туда, брат нам с тобой по пути. И это все неслыханно, третья степень балдежа нам с тобой дана. Нам помогает жить она, не тужить она, все пережить она. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Есть рецепт один простой, полуопиат. Ты куда идешь, постой, Соник Мармелад. Это были люди кардинала, и они забрали бы Руслана Гительмана. Только батя в здании смотрел, плотно подогрел стримами людей в стране, что только не ел. На потеху сухари с клеем, пиццу с анестетиком.
эстетикам все так великолепно, красочно, балдежно и расово верно. Е, море саргассово ему по колено, мистер поколение X, твои возможности переросли на много лет мое измерение и выдали новый индекс балдежности. Новости города самой окраины области, в Черногорске никогда не будет большей гордости. Тут проще стать вейпером, чем вырубить скорости, дома кайфовать со всякими вкусностями. И если ты любитель вкуса йода с мандарином, привези с высот Эльбруса меда, подари нам. У Руслана очень жесткий прайс, Мона Лиза, много важных дел, будто рай, скандализа. Здравствуйте, всем привет, всем. Сегодня будет бутерброд, колбаса баранина, колбаса чайная, печенье светофор и белая черемуха. Будем мы курить бутерброд. Тельман безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Гительман безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Здравствуйте, всем привет, всем. Сегодня будет курение с ребрами. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Руки, ноги, пляс, голова, голова вверх. Представь, что мы танцуем, это танец на траве. Во мне четыре колеса, но и картинка фонит. Это слишком, это бриллиант фоми. И мы сейчас кайфанем, кайфанем, как Петроса Фарсе. И мы сейчас кайфанем, кайфанем. Назло все нас не остановить. Нас не переубедить, вам от кайфа не спасет молитва. И вам обидно. Кайф чистый, как слеза, нет, нет дороги назад. Я король балдежа, видишь, как они визжат. Свет, что заряд путь нам, здесь, что помогает идти. Вверх дай только туда, брат, нам с тобой по пути. И это все неслыханно, третья степень балдежа нам с тобой дана. Нам помогает жить она, нету жить она, все пережить она. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Есть рецепт один простой, полуопиат. Ты куда идешь, постой, Соник Мармелад. Это были люди кардинала, и они забрали бы Руслана Гительмана. Только батя в здании смотрел, плотно подогрел стримами людей в стране, что только не ел на потеху сухари и склеем пиццу с анестетиком. Все так великолепно, красочно, балдежно и расово верно. Е, море саргассово ему по колено, мистер поколение X, твои возможности переросли на много лет мое измерение и выдали новый индекс балдежности. Новости города самой окраины области, в Черногорске никогда не будет большей гордости. Тут проще стать вейпером, чем вырубить скорости, дома кайфовать со всякими вкусностями. И если ты любитель вкуса йода с мандарином, привези с высот Эльбруса меда, подари нам. У Руслана очень жесткий прайс, Мона Лиза, много важных дел, будто рай, скандализа. Здравствуйте, всем привет, всем. Сегодня будет бутерброд, колбаса баранина, колбаса чайная, печенье светофор и белая черемуха. Будем мы курить бутерброд. Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем. Давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман.
Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем, давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Здравствуйте, всем привет, всем. Сегодня будет курение с ребрами. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем, давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Руки, ноги, пляс, голова, голова вверх. Представь, что мы танцуем, это танец на траве. Во мне четыре колеса, но и картинка фонит. Это слишком, это бриллиант фоми. И мы сейчас кайфанем, кайфанем, как Петроса Фарсе. И мы сейчас кайфанем, кайфанем. Назло, все нас не остановить, нас не переубедить. Вам от кайфа не спасет молитва, и вам обидно. Кайф чистый, как слеза, нет, нет дороги назад. Я король балдежа, видишь, как они визжат. Свет, что заряд путь нам, здесь, что помогает идти. Вверх дай только туда, брат, нам с тобой по пути. И это все неслыханно, третья степень балдежа нам с тобой дана. Нам помогает жить она, нету жить она, все пережить она. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем, давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Как Руслан Гительман, безупречный и великолепный балдеж. Плюс не нужно стесняться, попробуй тоже поймешь. Если хочешь остаться, давай с тобой кайфанем, давай с тобой кайфанем, как Руслан Гительман. Есть рецепт один простой, полуопиат. Ты куда идешь, постой, Соник Мармелад. Это были люди кардинала, и они забрали бы Руслана Гительмана. Только батя в здании смотрел, плотно подогрел стримами людей в стране, что только не ел. На потеху сухари и склеем пиццу с анестетиком. Все так великолепно, красочно, балдежно и расово верно. Море саргасово ему по колено. Мистер поколение X, твои возможности переросли на много лет мое измерение. И выдали новый индекс балдежности новости. Города самой окраины области. В Черногорске никогда не будет большей гордости. Тут...